Так, мы проезжаем последнюю деревню до места назначения нашего. Не будет больше деревень? Это последнее. Это последнее, вот. Последнее село проезжаем и будем спускаться к одному очень красивому, интересному месту, о котором мы мечтаем попасть, наверное, последние несколько месяцев. Да, 3 месяца, по-моему. Вот, 3 месяца. У нас есть кое-какое снаряжение там, может быть, на ночь останемся, я там ни разу не был. Мы на машине, не знаю, как проедем туда, нет. Наверное. Ой. Да, тут даже, блин, с рюкзаком тяжеловато будет. Ой. Мой компаньон. Можно его вот так пальцем тыкнуть. Мы вот хотим сюда. Профугали поворот. Не туда свернули. Углубились в такие закоулки, что аж страшно вообще там днем вооруженный ходить, а не то, что на ночь остаться. Возвращаемся обратно. Тут вот танк был бы самый раз. Я имею в виду по проходимости. Но наша машинка пока справляется. Это, сейчас возьмем поворот. Мы хотим спуститься к лесу. При этом на машине. Короче, куча вопросов, куча желаний. Мало ответов. Да, ответов вообще никаких. Попытка номер 2. Взять правильную дорогу. Тут вот на ровном месте не развернешься никак, потому что дорога... Вот мы туда свернули, направо, а по идее надо было налево. Но мы, как правильные мужчины, свернули направо. Сейчас посмотрим эта дорога, куда нас приведет. Компаньон пытается там выяснить у знакомых, местных. Может быть, как-то есть спуск на машине, но... Вот мы были вон там. Вон оттуда очень красивый вид. На камеру вроде бы все так мелко, но на самом деле здесь высоченные холмы. И уже скоро начнет темнеть. Ну, как бы солнце еще высоко, но это ненадолго. Нам еще нужно как-то добраться. Но на машине это... практически невозможно. Ох, а тишина-то какая. Дамы и господа, Плаю Фагуру или Буковый край. Это граница национального заповедника. С детства я помню, еще в школе нас когда учили, говорили, вот столько у нас резерваций там. И вот Плаю Фагулу тоже осталось в памяти. Вот мы на границе. Буковый лес. Ну, там, наверное, есть и другие деревья, но в основном, конечно же, бук. Мы хотим туда попасть. Но попасть туда можно только пешком, и то с трудом. А мой компаньон хочет на машине. Решил все-таки спуститься. Я у входа.
тут ворота, они открыты, я сдалека смотрел, мне показалось, что огорождена сеткой. Но в основном вот сетка идет вот так по периметру туда. То есть вес леса — это 5500 гектар огражден. Тут сразу овраг. Боже, какая тишина. Хорошо. Ну, место от костра. Это, я думаю, во многих заповедниках и не только у нас. А красота-то какая. А тишина-то какая. Как будто другой мир. На окраине там ветерок еще гуляет. Вот здесь. Вышли мы из леса. Решили. Что мы решили? Скорее всего, переночуем наверху. Какая сабана. Потому что. Я не могу объяснить почему. Тут. Да. То, что передает камера, это как капля в море. Камера не передает глубину кадра. Вот тут яма огромная. На самом деле, вот что кажется, что вот это вот где-то вот тут, до туда еще надо идти. Вот. Человека еле видно. А нам надо аж пешкодралить вон туда наверх. Там есть хорошая поляна, просто там людей много, а я не люблю людей. А для ночевки в самом лесу, ну не знаю почему, но вот просто зайти и ночевать на краю леса мне совершенно не интересно. Мне надо углубиться, а? Наверху? Да. Ну то, что вид лучше-то понятно. Качаем, говоришь, ягодицы. Сейчас мы накачаем ягодицы доверху и походу домой захотим. С рюкзаком. Пусть будет даже те же 10-15 килограмм. С рюкзаком. Вот мы без снаряжения, без ничего. Вон там типа столик маленький. Но стола нет. Там две скамейки. Сколько там метров? Даже 100 метров нет. Без снаряжения идем и... Уже капец. Вот хочешь не хочешь, мое тело уже начинает траверсом подниматься. Зигзагом туда, потом обратно. Потому что... Вот я держу камеру горизонтально, ничего не видно. Фиш. А тишина-то какая здесь. О. А на том холме тоже лес. Но это другой лес. Короче, лес огорожденный. Дамы и господа. Все 5500 гектар огорожденные сеткой. И снова овраг. Поднимались. И тут бац, овраг. Его не заметят случайно. Там 20 метров. Нет камушка кинуть. Можно шнейше. Шею свернуть. Нам на этот холм. Вон там тоже красивое место. Вон тут. Тут тоже можно заночевать, я так думаю. Можешь пойти туда посмотреть. Или может даже здесь, на вот этой поляне. Площадке. Thank you.
наконец-то определились с местом ночевки. Очень долго к этому ушли. Мы, наверное, уже часа два все бродим. Были вон там внизу. Это кажется, что близко, на самом деле нет. Короче, мы находимся на границе национального заповедника по имени Плаю-Фагулу. Переводя на русском, получается Буковый край. Изначально мы планировали заехать на машине вон туда вниз и заночевать там, в лесу. На машине мы никак, ну никак туда не пробраться. Оставлять машину здесь и идти туда пешком. В принципе, у нас есть кое-какое снаряжение там для ночевки. Оставлять машину здесь неразумно, потому что здесь такое место многолюдное. И тут даже если сигнализация прозвенит, здесь, не знаю, пока доберешься до горы, машины там вообще не будет. Солнце уже спускается, мы место уже выбрали себе. Мы будем вон там, наверное, поставим палатку. Вон там мы на машине. Это отдельный разговор. Мне не нравится, когда на машине вообще куда-то на природу. Это я даже не считаю за вылазку. Хотя сейчас находимся в Колорадском районе. Колорадский район, вон там где-то посередине леса начинается уже Унгенский район. Солнце потихонечку уходит за облаками. Оно пока что не достигло горизонта, но облака как бы делают свое дело. Один из минусов данного местоположения нашей, это то, что многолюдно здесь, даже в столь позднее время. Приходят, место очень красивое. Но приходят люди, фотографируются, делают селфи на фоне там леса, рядом с машиной. И тут закат красивый. Правда, мы его немножко профукали. Палатка у нас уже стоит. Остались здесь стол. Кто-то организовал стол. Здесь у нас будет турбопечка. Мы вначале планировали ночевать вон там, где с машиной остановились парнишки двое. Но там не настолько пожаробезопасно, высокая трава, и даже на турбопечке и присутствует опасность. И мы отказались. Пришли на место, где вот такие жженные пятна. Об этом может быть попозже. Короче, будем располагаться, будем что-то готовить, кушать и любоваться. Темнеет по чуть-чуть. На камере, наверное, показывает, что еще светло довольно-таки. Но на самом деле нет. Наши соседи тут пожарчни устроили. Я уже хотел встать, пойти там. Спрашивать, что да как. Мясо. Сегодня будем готовить что-то наподобие там, наверное, тушеного мяса с картошкой и овощами. Так как мы пришли сюда отдохнуть, наверное, уже солнце не так сильно бьет по голове, можно шляпу ковбойскую снимать. Будем готовить на турбопечке, не спеша, не торопясь, смакуя каждый момент буквально. Thank you.
Я огонь на столе еще ни разу не делал. Для меня это в новинку. Самый безопасный костер, можно так считать. В заповедниках запрещен сам костер, вот самого суть костра. Но у нас есть открытое пламя, но костра-то нет. Еще и удобно, что вот можно делать костер даже на столе. Это же боится вопрос. Попытка номер два. Точно ли этот карный? Ну уже этот фашми. Ты как-то вульпер хэмэй. Да? А вот здесь? Угу. Там внизу очень четко слышно, как гавкает лисица. Очень четко и внятно. Вряд ли нам получится вообще приблизить и найти ее местоположение. Муник сначала, французский. Пришлось сообразить два куска бетона. Вон из той ямы достали, там шашлыки люди делают. Мы их достали, потому что нет. Несмотря на то, что у печки есть дно, но оно нагревается сильно и начинал дымить стол. Ну вот, техника безопасности. Тут мясо тушится, получается, не тушится, а жарится в масле. Там лучок уже на подходе скоро. Это от чая, чай мы пока что не пили. Тут моя связка со специальными специями. Хельветия и Сюзерланд. Чем это еще? Пирож? Тут еще что подложили, да? Угу. Еще фасил. Подай. Кубри. Как бы идем вот это. Тут шум стелим. Сюда я рову моей шамой. Я этим ножом пользовался буквально один раз, когда готовил блюдо какое-то там. Ссылку, наверное, в описании оставлю. Я не помню, как называется видео. После этого я им не пользовался вообще. Я его наточил так, что можно резать бумагу волнообразно. И я сейчас вот им пользуюсь, получаю просто огромное удовольствие. Как вот, как это, как объяснить-то? Я бы им пользовался до утра. Ты просто рисуешь. Да, вот, наверное, это именно то. Просто им рисую. Садика на что тут?
Где ты? Сегодня я понял один нюанс, что у каждого человека есть свой предел. И у наших соседей предел закончился в 11 часов ночи. Они свои дела завершили и уезжают. Костер потушили, это хорошо. А наш предел даже не начался. Наше блюдо доходит до кондиции. Сейчас будем разливать по тарелкам. Сядем и будем смаковать то, что мы наготовили в темноте. Ну, не знаю, вот у меня вот прям дар такое, что вот. Редко бывает, что выхожу на природу и получается готовить днем, чтобы все было видно. Обычно днем стараюсь быстрее палатку ставить, там лагерь и так далее. И готовка уже в темноте. Все горячее, запашок стоит просто великолепный. Прямо за палаткой, где мы палатку установили, мы уже раза три туда подходили, светили фонарем. Оттуда просто шаги такие, как будто, я не знаю, там стадо мамонтов к нам галопом идут. Но мы-то уже знаем, что если никого не видно, а шума много, это уже признак того, что ежики нас окружили. Юди. То, что надо. Ну, то здесь. Да? Вы не поверите, но мы себе налили то, что осталось, полностью пустой. И сегодня, пожалуй, первый раз, когда этот казанчик советский, чугунный, на 2,5 литра, был полный, и за один присест вдвоем, ай-яй-яй. Нормуль. Супчик с углями ел? Впервые.
И когда за один присест вдвоем его опустошили. В основном армейский котелок на 1,5 литра полный. Мы его втроем еле-еле приговаривали. Но сегодня это значит, что блюдо вкусное. Вкусное блюдо, нет? Блюдо вкусное. И мы тоже не маленькие. О, мясо приготовилось на ура. Овощи, специи. О. Короче, конфуз такой получился. Наши соседи вернулись. Прямо на то место опять все как положено. Только я не могу понять, что случилось. Насколько я понял, у них там мясо закончилось. Они жаловались. Видать, поехали, купили еще чуть мясца, приехали доготовить. На столе остался мусор, одна фляжка. Все остальное убрали. Что в машину. В основном все в палатку. Без 13 минут, час ночи. В 4:30 у меня подъем. Потому что хочу наблюдать рассвет. Палатка, штативец, аргумент и спадки. А и фляжка с водой. Так, наверное, вентиляцию закроем или нет. Вентиляцию оставляем или нет? Закроем. Закроем. Чтоб мало ли там. Вот так. Короче, малек. А. У нас крест, да пойди на спорткапу. Да. Нашу палатку облюбовали муравьи. Вроде бы не было, не помню как. Не было их домика под палаткой, но они по всей палатке. И иногда даже внутри. И пора открыть вентиляцию. Пять часов утра. Наши соседи, смотрю, второй раз вернулись и остались до утра уже. Хотел заснять рассвет, но моросит мелкий дождь. Мы с компаньоном подумали, что да как. Потому что дорога, на которой мы сюда ехали, там если дождь пойдет, то считай, что мы тут на машине застряли до тех пор, пока дорога полностью не высохнет. Это неизвестно сколько. Небо затянуло тучами. Решили все-таки поспать еще пару часов. Поезд слышен вдалеке. Ладно, пойду я в палатку. Еще там час-два, не знаю, сколько мы уж поспим. Потом посмотрим. Начнется сильный дождь. Соберемся в спешке, наверное, и попедалим. Потому что это реально проблема. Дождь пошел. Ну как дождь? Все сильнее. Нам уже звонили из деревни, предупредили, что если дождь пойдет сильнее, то надо будет трактор найти, чтобы нас оттуда доставать, отсюда. Поэтому надо будет походу это собираться. Полная палатка муравей. Не так много, как снаружи. Лицо-то помятое какое умер. Не так много, как снаружи, но внутри тоже как-то они просочились. Периодически мы их кокаем. Доброе утро. 7 часов утра. Хочу начать день опять с этих муравей. Вот для меня остается загадкой. Вот, не знаю, вот они на пару разбились, что-то они там нюхаются, вот. Тут вообще втроем.
Не могу я понять, чем привлекла их наша палатка. Просто их очень много, и они все ползут по углам палатки. И один кузнечик даже не хочет. Вот так. Наши соседи, я смотрю, тоже проснулись, парни. Зажгли костер, собираются, наверное, отдыхать дальше. Но мы смотрим, что на соседний бугор, вон там, скорее всего, уже дождь идет. Потому что все как в тумане. Солнце полностью исчезло. Тучи только добавилось. Наш столик убрали все по возможности еще вчера. Тут остался мусор. Мы его, конечно, заберем с собой. И вот этот обворожительный вид. Вот это вот красотище. Я представляю, даже вот в плохую погоду, вот там внизу, допустим, сидеть с палаткой, если на улице будет дождь, если тебя не смоет вместе с палаткой, все равно будет красиво. Красота, что сказать. Но мы, наверное, будем собираться в спешке, чтобы, если что, дать по педалям. Прекрасное место. Офигительный вид. Все как полагается. Единственное, что портит, ну вот прям все портит. Я вот никогда не думал. Я думал, что это. Я знал, что это плохо. Но никогда не думал, что настолько. Вот. Вот эти вот пятна от кострищ. Если их не было бы, то это было бы просто великолепно. Все, начинается дождь. Будем собираться. Все, пошел дождь. Последний вид на на заповедник. Плаю фагулу, Буковый край. Мы собрали быстренько все. За нами никакого мусора. Все чисто, абсолютно. Все, что привезли с собой, уносим обратно. Машина заведена. Поехали, потому что это пахнет жареным все. Там уже дожди. Все, мы едем. Тут просто есть небольшой участок. Нам надо ехать в гору по бездорожью. Типа глина, песок и так далее. Тут немножко воды, и все становится как масло. А потом весь остаток пути будет с горы. Так что даже если нет-нет, дождь усилится и так далее, вниз мы как-то поедем. Вот поэтому мы и торопились. Потому что за нами сюда только гусеничный трактор, чтобы вытащить. Были бы пешком, считай, что мы тут застряли бы на некоторое время. Не знаю, насколько. Насколько. Пока дождь бы не закончился. Мы на пути к селу уже. Хотел рассказать пару слов. Вот село находится вон там внизу, вон в той ущелье получается. Если отсюда посмотреть, села не видно. Как говорил мой компаньон сегодняшний и вчерашний, типа далекие времена. Приходили турки грабить и так далее. С этого холма смотрели туда. А типа нету никого, пошли обратно. А там вот внизу село, в которое мы едем. Село называется Велчинец, поэтому он называется Вали, то есть низина. И наш отдых проходил недалеко от этого села. А с вами я прощаюсь, до скорых встреч!